Всем привет, продолжаем путешествовать по Петербургу. Марата 65, Социалистическая 20 и Достоевского 46. Архитектор Докушевский, год постройки 1879-1880, стиль эклектика. Докушевский Андрей Андреевич, 1870-1880. 1880-й, доходный дом купцов Сидорова. По одной из версий, в этом доме жил поэт Николай Степанович Гумилев. В этом доме жили гражданский инженер Андреев, историк Кабека, гражданский инженер Липавский, военный инженер Александр Михайлович Посыпкин, архитектор Федор Федорович Пастельс, физик Рождественский, физик Харитон, языковед Щерба, артист Александра Двинского театра Юрьев. Юрий Евгеньевич Гизехус, из русских немцев, предок оловянных дел мастер Генрих Якоб, расстрелян. В деле сохранилось 3 допроса с признательными показаниями, которые за очевидным отсутствием вещественных доказательств стали единственным основанием для расстрельного приговора. Вот там написано, что признаю, что я действительно являюсь членом контрреволюционной диверсионно-террористической шпионской организации, созданной германским разведывательными органами. Основная цель – затормозить развитие социализма в СССР, подготовить почву для интервенции извне. Все проходившие по делу были расстреляны. Гизехусу было 37 лет. Сейчас зачту вам. Захаревич Антон Яковлевич, Козловский Антон Иосифович, Немчинов Николай Владимирович, Петров Леонид Петрович, Петров Петр Александрович, Скорка Сигизмунд Казимирович. Здесь электромонтеры, счетоводы, фрезеровщики и портные, которые были обвинены в контрреволюционной деятельности и расстреляны. До революции в этом доме жил Сергей Маковский, художественный критик, редактор журнала «Аполлон». Ну вот так вкратце, немножко что можно было найти про дом Марата 65, Социалистическая 20 и Достоевского 46. Пока-пока, до свидания. Пользовался сайтом City Walls и сетевыми источниками. Пока-пока, до свидания.